записываем. Также приглашенные коллективы. Здесь можно записать как голос, так и любой инструмент. Здесь вот в этом, эта комната называется тон-ателье, в ней чаще всего пишутся именно голоса. Хоры, солисты, без разницы. И если вы обратите внимание, то здесь практически идеальная звукоизоляция. Наш Антон потихонечку сходит с ума, когда он здесь сидит, потому что не слышно, если все двери закрыты, не слышно никаких звуков. Даже если со мной не говорить. Да. А вот посмотрите, сзади вас такие находятся панели специальные. Они как раз нужны для озвончения голоса. Потому что, когда мы пишем голос, нам необходимо не просто его писать, да, в каком-то вот дистиллированном вакууме, да, в таком вот пространстве, абсолютно без отражений, без эха. Нам нужно небольшую звонкость ему придать. То есть сделать небольшое, едва заметное эхо. И вот эти панели, они как раз помогают сделать голос более глубоким, звонким. Если я сейчас пою, то я буду это эхо, да? Нет, его не будет, это будет. Они озвончают, да? А скажем так, они направляют всю энергию, которая есть, как когда вы поете. Вот там сейчас стоит пульт, это вот почти донышки, там чаще всего стоит хор. За хором располагаются эти панели для того, чтобы вся энергия голоса шла вперед. Ну да. Везде. Если сравнивать две записи с панелями или без, да, он явно будет звонче именно. А можно нам сейчас это сказать? Кто хочет? Надо дверь закрыть. Что? Кто хочет спеть? Вы же детская филармония, нам нужно петь. Я не умею. Смотрите, я первая. Боже, вы еще и поете. Видишь, она прям туда гуляет. Еще раз. Кто еще может? Ужас. А как настраивать? Ну, а как настраивать? Ну, возьми да сделай. Громче, чтобы... Дима, ну-ка дай басом, давай. Купелу мальчика, чтобы они все прямо поделились. Ну ладно, зато мы рисовать. А на самом деле здесь находятся именно артисты, а вот где находится наш звукорежиссер, мы сейчас сможем посмотреть. Я тоже попробую. Вот сюда. Что поздно-то, да? Сразу? Пока мальчик. Я в хоре занимаюсь. Я тоже. Ну так тем более. Я не могу. Сами будем? Это хорошо. Вот у себя. Нам видно. Да, они. Вот из этой комнаты ведутся записи. Причем можно писать даже из залов, в которых мы были звуки. Никто не докричится. Одного заложника он с ума сошел. Можно наблюдать за артистами, кто ковыряется в носу, там хорошо видно очень. По камере. Также видно, что происходит в большом зале. Там, где мы уже были. Вы еще и охранник? Да, охраняю. Точно. Охраняю большой зал. Не делай.